У меня на столе, друзья мои, набор контейнеров «Свежесть», которые хранят продукты, внимание, до 23 дней дольше, чем обычные. Друзья, скажу честно, это мой самый любимый товар на телеканале Shop & Show. Помнишь первый эфир, когда да. он у нас появился? Помнишь, как я визжала практически? Совершенно верно. А сейчас давай, ну расскажи, пожалуйста, всем телезрителям интригу, почему я так полюбила этот набор. Олечка абсолютно правильно, потому что она рачительная хозяйка, она экономит свои деньги, она не хотела бы выбрасывать... Ближе к делу, это не просто друзья контейнеры мои, итак, ведь. Во-первых, итак, эти контейнеры служат для того, чтобы вы хранили долго свои продукты, а значит, экономили свои деньги. Так, давай. У всех есть контейнеры, точно. Да. Смотрите, почему вы поместили эти? Сюда продукты, к примеру. К примеру, вот здесь у меня помещен вот такой прекрасная нарезка в виде цитрусовых продуктов. Вспомните, через два дня они покрываются плесенью, да. либо отсекается сок, они плавают в воде. Ну, давай вспомним. Ну, да. Совершенно верно. Здесь никогда не произойдет. А знаешь, за счет чего? Так, расскажи. Друзья мои, в комплекте вот этих прекрасных контейнеров и входят вот такие вот крышки и вот с таким вакуумным насосом. Как это работает? Рассказываю. Вы поместили сюда нарезку, либо сырную, либо овощную. Начнем с салата. Помещаете вот это сюда и делаете следующее. Я сейчас поворачиваю сюда и делаете вот такие движения. Что это получается? У вас уходит контейнер, крышка туда. Значит, так. вы выкачиваете воздух. Так, а если нет воздуха, если нет бактерий? Нет бактерий, значит, вы продлеваете жизнь своих продуктов. Итак, я тестировал, ты не представляешь, что... Сырная нарезка и даже колбасная до 18, а иногда даже до 23 дней. 18 это гарантированный результат. 18 дней вы можете хранить. 18. Когда-нибудь вы выкидывали продукты, вспомните, да, из-за того, что они подпортились. Вы выкидываете деньги, заканчивайте это делать. Мы нашли для вас специальную систему, чтобы вы экономили. Итак, давай еще раз расскажем. Взгляните, пожалуйста, сыр, масло в обычных контейнерах 6 дней. Это действительно, кстати, у меня хранятся почему-то 3 дня. Наверное, это еще из-за материала пластика. Да, друзья мои, когда я храню в пластике, это плохо. Впитывается, конечно же, впитывается весь запах. Продукты недолговечны, а здесь... Настоящее жаропрочное, ударопрочное стекло. Главное, не впитывает запахи. Вы можете хранить, даже отправлять. Ого! Вот в такой вот, посмотрите, лед. Вот можно хранить серьезно? В морозилке. А что случится с вашими контейнерами, если вы их заморозите? Скорее всего, они треснут, правда? Вода расширяется же. Вот. Наши контейнеры, они долговечные. Ну, подожди, ну не только ведь. Ну, раскрой все уже интриги. Слушайте. Почему он не говорит вам самое интересное? Подожди, горячая. Главное, не обожгись. Друзья мои, мы всегда показываем в прямом эфире и доказываем прочность нашего материала и качество. Итак, мы можем хранить, продлевать жизнь своим продуктам 18, а то даже до 23 дней, замораживать. А теперь я достаю сюда и запекать. Как правильно, помните, не хватает какой-то формы маленькой, чтобы что-то запечь. Они еще жаропрочные, друзья мои. Посмотрите. Какая красотища. Да. Вот это да. Слушай, ну вот ты знаешь, говоришь, формы нет. Да форма может быть есть, но в ней не подашь. А вот в таком виде вы даже подавать на стол уже можете. Итак, мы замораживаем, вы запекаем и храним. Храним, замораживаем, запекаем. Три в одном. Прекрасные контейнеры, три штуки разного объема. И, конечно же, вот этот насос, который входит в комплект. Слушай, ну а к тому же, смотрите, мы с вами запекаем, мы замораживаем и мы храним. Вот на последнем я хочу особенно остановиться. Вспомните свой холодильник, открывайте, а там... Ой, кошмар. Вот, о! Это ваш холодильник? Посмотрите. Это мой холодильник. Это твой холодильник? Слушай, совершенно верно. У меня такой же беспорядок, потому что буквально через 3-5 дней я выбрасываю продукты, потому что они впитывают запахи, потому что они, знаешь как, они портятся просто, и я не экономлю деньги. Как сэкономить? Я специально тестировал. А теперь? Вот образец. Специальное стекло. Выкачиваем кислород при помощи насоса, который идет в комплекте. И у вас продукты долго-долго хранятся. Вы экономите, то есть каждую секундочку. Вам не нужно выкидывать испорченные продукты. Они у вас будут сохранять свою свежесть. Именно так, кстати, называется наш набор «Контейнеры свежесть».